Пока не попробуешь, не узнаешь. Такого принципа придерживаются в своей работе специалисты Лидского молочно-консервного комбината. Поэтому первым делом после выпуска новых продуктов спешат угостить ими своих потребителей. Лидский молочно-консервный комбинат рад представить вашему вниманию новую линейку йогуртов «Мудрое утро», в которой вы найдете как обновленные уже полюбившиеся вкусы йогуртов без сахара и с ароматом ванили, так и наши новинки – йогурт с наполнителем печеное яблоко и абрикос-морковь. Именно их сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Оригинальное сочетание абрикоса и моркови, а также вкус печеного яблока в йогуртах не могли оставить никого равнодушным. Кисломолочные продукты с такими наполнителями на полках наших магазинов – большая редкость. К тому же необычные новинки представлены известным брендом «Мелида», что уже говорит само за себя. Вкусовые качества этих продуктов достигаются не в ущерб их составу. Йогурт – это кисломолочный продукт, который производится из натурального молока путем сквашивания закваски с применением болгарской палочки, с добавлением сахара, стабилизатора и фруктового наполнителя без консервантов. Во многом польза йогурта определяется свойствами молока, используемого для его приготовления. – И содержит все ценные вещества молока – жиры, белки, углеводы, витамины и ферменты. Данный продукт имеет свои особенности. Это живые бактерии, так как йогурт не термизирован. Это и делает его полезным. Первая партия новых вкусов йогуртов из линейки «Мудрое утро» с наполнителями абрикос, морковь и печеное яблоко вышла в свет в количестве 1500 штук. Приобрести их можно пока только в магазинах Лидчины. Планируется, что в скором времени новинки появятся и на прилавках торговых объектов других регионов Беларуси. Чтобы заинтересовать потребителей и убедить их, что новые вкусы йогуртов бренда «Мелида» заслуживают внимания покупателей, представители Лидского молочно-консервного комбината предложили лидчанам прямо в магазине попробовать их на вкус. Местом дегустации стал Дом торговли. Производитель не прогадал. Новинки от «Мелида» вызвали массу восторженных отзывов покупателей. Вкусно, не сладко. И чувствуется и абрикос, и морковь чувствуется. И вместе, кстати, очень хорошее сочетание. Так что я рекомендую. Очень вкусная продукция лидская наша. Покупайте. Чувствуется абрикос. И вкусно, сытно и вкусно. Спасибо. Подобные дегустации будут продолжены. Представители Лидского молочно-консервного комбината планируют побывать в магазинах различных торговых сетей во всех микрорайонах города. Чтобы как можно больше лидчан смогли влюбиться в новинки йогуртов из линейки «Мудрое утро» и сделать их постоянным товаром в своей корзине.